Всем привет! Это обзор на серию «Секретный миллионер в Мурманске». Как вы представляете себе миллионера? Для меня это организованный, предприимчивый, находчивый человек, который умеет общаться, который много работает. В Мурманск поехал Алексей Павлов, наверное, самый милый миллионер этого проекта. И я не просто так сказала, каким, по-моему, должен быть миллионер. Алексей оказался слегка ленивым, любящим поспать, скованным, не очень хорошо ориентировался. Ни к одному миллионеру проекта не было столько подкатов со стороны женского пола. В ночном клубе, куда Алексей устроился на подработку, его пригласила на танец девушка, целовала в шею, наверное, хотела чего-то большего, но не получила. Девушка не знала, что сердце парня занято. Кстати, недавно Алексей женился. Потом Алексей пыталась на себе женить женщину-пьяницу. Кому же помог Алексей Павлов? Обычному охраннику в торговом центре Алексей подарил 250 тысяч рублей. Этот охранник купил ему продукты и помог с работой. 500 тысяч Алексей подарил благотворительной организации. И самый большой подарок Алексей сделал многодетной семье. Он купил им квартиру. До того эта семья, мать и несколько детей, жили в одной комнате, где у них была и спальня, и кухня, и детская. Больше всего мне понравилось, что Алексей научил девочек из многодетной семьи зарабатывать деньги. Они за 40 минут заработали 3000 рублей. Для их семьи это очень много. Миллионер не был похож на миллионера из моего воображения, но он мне понравился. Он похож на меня. Я тоже такая же росиная, но при этом занимаю руководящую должность в крупной организации. Правда, сейчас в долгосрочном отпуске. Подписывайтесь на канал. До скорого!